Ребята, всем огромный привет! С вами канал Реальная Качалка, и сегодня у нас будет очень интересная вещь. У всех есть какие-то свои такие, как говорится, интересные моменты, да? Кто-то там падки на спортпит, кто-то там какие-то шмотки покупает. У меня одна из вещей – это хорошая кепка. То есть я к ним отношусь очень так скрупулезно, выбираю тщательно все сайты, все магазины обхожу. Ну, выбираю очень четко. И, в общем, ребятки, этот выпуск не мог не выйти, потому что я нашел, давно не видел таких интересных кепочек, интересных, во-первых, модных, классных и прикольных. Зашел в магазин, который вы видите сейчас название, да, и сейчас я вам продемонстрирую то, что я там приобрел. Ребятки, вот такая вот интересная кепка. От фирмы Columbia, серия Titanium. Раньше я вообще о ней не слышал ничего об этой серии. Скажу сразу, что это не дешевая серия, но действительно это того стоит. Я ее одел на голову и увидел, что это действительно то, что я искал. В общем, давайте посмотрим и разберем. Вот такая вот кепка. Значит, чем мне она понравилась? Я не люблю, когда много всяких лишаков. Первое, то, что мне понравилось, сразу вам буду показывать, то, что здесь нет вот этого, как у других кепок, перестройки. Типа вот этих, видите, то есть нету таких вот размеров, выбираний, то есть здесь все. Ну, не знаю, как оно сделано, но мне она лично четко подходит, та, что Columbia вот эта новая вообще подходит, но у нее реально нету, видите. Но много кепок перемерил, разных фирм, разных брендов, это действительно классно. Вот, то есть, один плюс то, что она покрывает голову полностью, нету вот такой выемки с размером, подходит на меня в идеале. Скажу сразу, что тут разная размерная сетка. Это, я так понимаю, максимальная или средняя, потому что есть еще и больше. Здесь сразу вот нарисовано, сразу вынимаем, смотрим. Ихняя новая какая-то система Flex Fit Delta. Получается, под шапка у вас собирает пот и как бы всасывает и дает хорошую вентиляцию. То есть Flex Fit Delta. Такого раньше тоже не видел. Но получается вот так вот, посмотрите сами. И напишите в комментариях, как это понимаете вы. Мне очень интересно увидеть ваше мнение насчет этого всего. Напишите, как это есть здесь. Оправдывается это или нет? Это все. Давайте сразу пока посмотрим, что здесь все находится. Итак. Вот Columbia. И города всякие, как их не, я так понимаю, и сайт Columbia.com Titanium. Вот их не сайт, где вы можете посмотреть всю эту серию. Заодно, может, что-то интересное, если найдете здесь, то сразу и мне сообщите. Но кепка действительно классная. Это модель этого года. Вот, смотрите, здесь вот написан LXL сразу. Наклейку пока я сдирать не буду. Сразу скажите, вы сдираете такие наклейки или нет. Материал это не хлопок, как у обычных кепок, если брать во внимание. Вот. То есть здесь мы видим, видите, вот как бы действительно видно, что хлопок, как джинс, да, только черный. А здесь получается вот оно, как, не знаю, как какая-то синтетика, но очень приятная на ощупь. Давайте сразу посмотрим, что здесь написано, размер. И вот состав. 92% полиэстера, эластан 8%. Ну, в общем, синтетика чисто плотная вот. И в изнанке 100% полиэстер. То есть какая-то получается тройная. В общем, наверное, как тут и написано, вот оно, как и написано здесь, так оно и есть. Разный состав ткани. В это я верю.
Так, тут мы увидели, да? Еще стоит, что на фирменной здесь стоит Flex Delta, выбито, получается, на самом этом. Подкладка. Швов как таковых. Швы есть, но они как все пропаянные. Швы все запаяны. С этой стороны шов есть, с наружной. Если посмотреть, я не знаю, я думаю, вам должно быть видно. Вот. Швы видите, да? Вот. А с внутренней стороны швы все запаяны вот такими вот. Их не, как бы не видно, вообще нету. И здесь вот тоже классно сделано, как бы даже и не гнется особо в этом месте. То есть, что тоже особый плюс. То есть, как бы вгибаешь, она не загибается абсолютно. Ну и такой цвет интересный получается у нее. Швы, то, что я говорил. Видите, снаружи швы есть. Напишите, ребята, в комментариях, какие именно кепки вы носите. Очень интересно посмотреть ваши вкусы. И значок классно вбитый. Тоже смотрится необычно. Видите, он как бы в 3D получается значок. Это не вышивка, как вот, допустим, вот в этой, да? Это вышивка. А здесь получается как наклеено и впаяно туда, сверху, ровно посередине. Отличный кепарик, мне очень и очень нравится, как он смотрится. Вид сзади. Вид сбоку, с другой стороны. И вид спереди. Такая кепка. Скажу сразу одно, что данная кепка идет в двух цветовых гаммах. Это тоже я вам сразу скажу, что и синяя такая получается ихняя цветовая гамма, и вот такая вот черная. Других цветов я просто не видел. На этот год, я думаю, кепка действительно классная. Она подойдет как и на лето, так и на осень, и на весну, 100%. Материал четкий. Если вы ранее покупали Columbia, брюки у них такие есть, штаны, вот именно такой материал, это 100%. Я уже о них неоднократно говорил у нас на канале. Я думаю, вы вспомните, если захотите. То есть я, например, ношу такие брюки уже, наверное, по 3-4 года, и действительно они неубиваемые. Если хотите, могу сделать обзор именно, как они носятся. Напишите в комментариях, я сделаю обзор на эти брюки. И модели классные, и самое главное, не протирается между ног, да, вот как бы вот у меня такая проблема есть с ногами, да. Джинсы, например, все я убиваю. Поэтому данная кепка имеет право на жизнь, мне она очень нравится, очень классная, и, ну, я действительно ее всем рекомендую. Классная модель, вот посмотрите сами, какая она четкая. Просто супер. Друзья, вы очень часто спрашиваете, где лучше всего сейчас покупать качественное спортивное питание и витамины. В описании к этому видео я подробно рассказал, что именно беру я и для чего его сейчас применяю. Ссылки на самые недорогие цены плюс бесплатная доставка в любую точку земного шара смотрите ниже. Внимательно прочитайте под этим видео, и я уверен, вы найдете много полезных ответов на свои вопросы. Какое спортивное питание, как поднять потенцию, много касаемо косметики. Все это ниже расписал, не поленитесь, почитайте. Ну, скажу еще, что теперь мы есть в Одноклассниках, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме и Твиттере. Все ссылки под этим видео я оставляю. Не поленись, подпишись, потому что потом ты этих ссылок можешь просто не найти. Итак, друзья, если вам понравилась эта кепка серии Columbia Titanium, пишите, что именно вам понравилось, что не понравилось. Оставляйте свое мнение. Ставим лайки. Поддерживаем нас и делитесь со своими друзьями. Это канал «Реальная качалка». Берегите себя и своих близких и напишите, пожалуйста, под видео, какие вещи покупаете вы спортивные, вот именно в этот
промежуток времени, этот сезон, да, как бы многие покупают именно в этот промежуток года много вещей. Поэтому какие вещи для спортика вы покупаете? И просто интересно ваше мнение, да? И напишите, какие бы видео хотели еще видеть у нас на канале. Это тоже очень важно. Жду ваших мнений, ваших комментариев. Это реальная качалка. Пока-пока.